Александровский сад может стать культовым местом для влюбленных. В любимом кировчанами саду открылся памятник любви и преданности. Подробности у Кирилла Сысолятина. Идея установить новый памятник в Кирове родилась год назад. Ее сразу поддержали, но возник вопрос, где быть памятнику? Я думаю, что очень правильное было принято городом решение, что памятник должен быть в любимом месте отдыха кировчан, в нашем старом, древнем, красивом, уютном Александровском саду на берегу реки Вятки. И вот сегодня, слава Богу, открытие этого памятника состоится. Церемония открытия не случайно прошла в рамках праздника «Семейный выходной» в Александровском саду. Святые благоверные Петр и Феврония – покровители семьи и брака. И скульпторы запечатлели их с двумя голубями. Известным во всем мире символом любви осветил памятник архиепископ Вятский и Слободской Марк. Конечно же, мы выражаем уверенность, что сей памятник будет достойным украшением нашего города. И в то же время будет и является уже свидетельством, что в нашей жизни с вами есть место для Бога, а пример святых угодников Божьих для нас является примером для подражания. Открытие памятника в Кирове – это часть общерегиональной программы «В кругу семьи», которая берет начало с 2004 года. Отметим, что подобные скульптурные композиции установлены уже во многих городах России. Кирилл Сысолятин, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.